Власть поддерживает бизнес, ну а бизнес должен вести дела по правилам и в соответствии с законом. Об этом шла речь на встрече в коворкинг-центре главы округа с коммерсантами. И снова разговор об ответственности. Тротуары, подъезды и задний двор магазина на совести коммерсантов. И дело не только в эстетике. Обледенелые и заснеженные подходы просто опасные. Поэтому договор на уборку и вывоз снега у торговых центров, парикмахерских, кафе условия обязательно. Об этом напомнила глава округа на встрече с бизнес-сообществом. Из того, что у меня громче всего звучит, Пятерочка, подходы к сети Пятерочка, это Дикси. Если берем улицу Ленина вдоль магазинов, да, постоянно мне пишут. Если мы говорим по улице Литейной, Литейная 33 возле остановки. Начеку надзорные службы, территории магазинов, а также школ, садов, больниц проверяют регулярно, сутки после снегопада. Именно столько времени отводится на уборку и вывоз снега на снежный полигон. Мы пункт по приему снега, а не пункт по приему грязи. Если снег отлежится несколько дней на близлежащих дорогам, местах, то к нам привозят всю периодическую таблицу Менделеева. К сожалению, не такие, как золото и платина, а все, что, так сказать, относится к вредным для человека и окружающей среды элементам. За предписаниями последуют штрафы для нерадивого ИПшника до 20 тысяч рублей, юридическому лицу ледяные дорожки и снежные горки у дверей в 70 тысяч рублей. Об этом предупреждают руководитель Клинского госсадмтехнадзора. Сейчас будет плюс днем, ночью минус. И весь снег, который со складиром вблизи ваших торговых объектов, либо объектов, соответственно, ну, предприятий, он потечет. Соответственно, что это будет? Это будет каток. Своевременно обрабатывать противогололедными реагентами. На встрече еще раз напомнили о правилах размещения наружной рекламы и нестационарной торговли. В завершение встречи наградили предпринимателей за активное участие в областном проекте «Зима в Подмосковье». Валентина Мордовина, Максим Максимов, Юлия Левицкая. Новости дня.